Эй, дубинушка, ухнем. Эй, зеленая сама пойдет. Подернем, подернем, да охнем. Своим глубоким басом Федор Тарасов удивляет табаляков не первый раз. Прежде профессиональный филолог заинтересовался Тобольском из-за связи его с Достоевским. Изучал евангельские тексты в художественном творчестве Достоевского, защитил кандидатскую, потом докторскую диссертацию. Будучи научным сотрудником Института мировой литературы Российской академии наук, Федор Тарасов увлекся вокалом, окончил Московскую консерваторию имени Чайковского. Несколько сезонов был приглашенным солистом Большого театра. Поклонник Федора Шаляпина представил в Тобольске программу, посвященную 150-летию со дня рождения русского певца. В ее основу легла автобиографическая книга «Маска и душа». Артист театра и кино Олег Верозуб иллюстрирует музыкальное выступление. Программа, которая сегодня была представлена, «Шаляпин. Голос России», она была призвана подчеркнуть, с одной стороны, его жизненный артистический путь и раскрыть его как бы изнутри, этот путь. Но, с другой стороны, как раз показать вот эту живую связь человека и артиста, большого человека, большого артиста со своей родиной и с ее судьбой. С программой «Голос России» Федор Тарасов вместе с тюменским инструментальным ансамблем «Сибирские забавы» путешествуют по стране. Из Тобольска музыканты отправились в Абакан, а после в Барнаул. Ольга Куричко, Михаил Куричко. Тобольское время.